Мы сейчас находимся на Алтайском приборостроительном заводе «Ротор», и сегодня здесь пройдет экскурсия для студентов Алтайского политехнического техникума. Сейчас мы находимся в учебном классе, и пока что экскурсия еще не началась, но какие-то вводные данные ребятам рассказывает начальник бюро технического обучения Александр Сергеевич Кудрявцев. Давайте спросим, о чем сейчас идет речь. Александр Сергеевич, немножко вас прервем. Расскажите, пожалуйста, что сейчас интересного уже успели узнать ребята? Они успели узнать, я думаю, о том, какая сложная и наукоемкая продукция производится на нашем заводе. Сколько требуется знаний от рабочих и инженеров, которые запускают производство этих изделий, обеспечивают их сборку, наладку и в будущем эксплуатацию и поддержку, потому что эти изделия, они работают достаточно долго. Давайте какой-нибудь продемонстрируем нашим зрителям, если это возможно, какой-нибудь интересный предмет, если здесь есть. Ну давайте вот, к примеру, вот этот корпус, который входит в изделие специального назначения и делается на станках токарных, фрезерных, и работы, связанные с доводкой, обеспечением точности поверхностей. Это высокоточное изделие, которое требует высокого класса профессиональной деятельности станочника. Спасибо. Не будем вас отвлекать. Продолжайте, пожалуйста. А я сейчас предлагаю пообщаться немного со студентами и узнать, какие у них ожидания от сегодняшней экскурсии. Вот у нас есть Алексей. Алексей, здравствуйте. Расскажите, на каком курсе вы учитесь, на каком направлении? Я учусь на первом курсе токарной обработки на токаре. Впервые на заводе «Ротор»? Нет, я здесь уже бывал, участвовал в конкурсе профессионалов. Заняли какое-то место? Да, третье. Призовую. Здорово, поздравляю. Расскажите, чего ждете от сегодняшней экскурсии, что хотите узнать, какие интересности, может быть, узнать? Подробнее по поводу условий работы, по тому, какие есть плюсы завода «Ротор» перед другими такими производствами. Рассматриваете завод «Ротор» в качестве потенциального места для будущего трудоустройства? Да, конечно, так как я уже здесь не первый раз, я понимаю, с чем мне придется столкнуться, какие будут сложности и какие плюсы и выгоды я могу получить. Спасибо. Мы не будем отвлекать больше ребят, и совсем скоро начнется экскурсия, и мы будем за ней тоже следить и подробнее расскажем уже в следующих выпусках новостей.